Локальный режим ЧС ввели в Ставрополе. Такие меры приняли, чтобы в кратчайшие сроки отремонтировать аварийную часть жилого дома по улице Бруснева. Мы уже рассказывали об этой проблеме. В здании рушится кирпичная стена. Сегодня начал работу оперативный штаб. Уже определили подрядчика, который будет делать капитальный ремонт здания. Мобилизуем сейчас все силы в городе. Все службы работают в усиленном режиме. Определена уже подрядная организация, которая будет проводить данные работы, проведено обследование, сейчас готовится смета и планируется в кратчайшие сроки провести аварийно-восстановительные работы. В дальнейшем в этом доме планируется проведение капитального ремонта. Жильцы нескольких квартир будут расселены. По предварительным данным, переселят 18 человек, из них двое детей. Между тем, сами жители переживают о своей дальнейшей судьбе и считают весь дом аварийным.